Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4, урок 4. На картинке мы видим весы. На одной чашке весов лежит арбуз. На другой чашке весов стоят гири размером в 5 и 2 килограмма. Весы находятся в равновесии, так как чашка одних и вторых весов находится в равновесии, то есть носик одних весов и носик чашки других весов находятся ровно друг против друга. Чтобы узнать массу арбуза, мы должны сложить гири на второй чашке весов. Для этого мы к 5 килограммам прибавляем 2 килограмма и получаем 7 килограммов. Делаем вывод: масса арбуза 7 килограммов. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.